Когда не стоит торговать на рынке Форекс? Рынок Форекс уникален тем, что всегда есть валюта, которая растет, а следовательно, всегда есть возможность заработать. Однако на валютном рынке существуют периоды, когда многие крупные участники рынка не участвуют в торгах. Обычно это происходит перед праздниками, во время рождественских каникул или во время выхода новостей мирового масштаба. В такие периоды на рынке происходят резкие изменения курсов валют. Трейдерам, предпочитающим консервативную торговлю, не рекомендуется торговать в таких условиях, а следует дождаться более спокойного рынка. Если же вас привлекает возможность очень больших заработков на очень коротком отрезке времени, сопряженных с высокими рисками, то этот период будет для вас наиболее подходящим. Более подробную информацию смотрите на сайте maximarkets.ru. Компания MaxiMarkets желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный международный брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Торгуйте с профессионалами. Регистрируйтесь на сайте maximarkets.ru.